на втором встретилась такая же девушка, которая закончила впоследствии Мнесинский институт по классу вокала народного управления. Писала очень хорошие блюзы. Вот мы и пытались в всяких конкурсах участвовать, и мы выглядели раз в 10 лучше, чем все остальные, потому что очень хороший вокал у нее. Если я веду колонку, аранжировку на гитаре, там выходит какой-нибудь перец, там немножко с закосом изборен, соску на трех аккордах что-то поет, и он выигрывает конкурс. Он говорит: ребята, что, говорит, а вы не формат. Вы же настолько хороши, вы не формат. Мы бегали с этим неформатом, мы осели в Измайловском парке, в рок-кабаре-агитуру, где такие же неформатные ребята собрались. Вот. И там выступали вот на стихи этого Алексея Дедурова. Кто помнит фильм «Розыгрыш» старый, помните, смотрели? Там вот «Это странно все, действительно, шел по кругу, день обыденно», вот эта песня. Все стихи к этому кинофильму он написал, и потом стал известным. Ну и вот мы брали, естественно... Еще раз. Да ладно, не обращайся. Вот. И у нас, естественно, правило хорошего тона было, так как он нам предоставил площадку, был как журналист, его там партия прессовала, он прикрывал от всех этих вещей у нас. Это было 88-90-е годы. Мы брали его стихи и пытались писать на них песни. Вот я тоже, как честный товарищ.